курочка сготовилась. Блин, точно, я же не ставил никакую курочку. Так, 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 где же эта комнатка у нас? Хотя я вроде как припоминаю, где. Василич, ты дома? Нет вообще? Василич, ты где? Привет, Василич, чё, как дела? Да не надо за мной бегать, мне вот твои утренние догоняшки никогда не доставляют ничего хорошего. Ты чё там ударился, что ли, старенький? Чё ж ты так неаккуратно-то? Поаккуратнее нужно все делать. Так, 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 так. Так, мне показалось, камера висит, а нет. Оказывается, нет никакой камеры. Ну да ладно. Глобус, глобус, глобус. Так, куда я шел-то вообще, блин, все позабыл. Так, точно. Так, а где мой зонт? Куда я зонт подевал? Как же я без зонта-то? Так, два кусочка торта, еще два надо. Помню, помню, помню. Так, ну сейчас найду. Зонт... Василич, да стой ты, я зонт где-то потерял, блин. Дождик собирается, я без зонта здесь бегаю, блин. Как же так можно-то, а? Чё, камеры твои везде стоят, надоели уже. Серьезно, а куда я зонт дел? Так, ну давай я вот это пойду унесу. Все дело. Так, а откуда у меня две гитары? Я, может быть, что-то недопонимаю в этой жизни. Ну. Но... Да куда я полетел-то? Что происходит-то опять? Это что за фигня? Что за летающая гитара? Так, все, все нормально. Не знаю, что это только что было, но явно что-то не совсем хорошее. Так, а где зонт мой? Я не пойду на улицу без зонта, мне там не нравится без зонтика ходить. Так, гитара, ага, понял, 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 запомнил. Блин, а куда я его дел-то? Где зонтичек-то мой любименький? Где ты еще можешь найти его или что? Я даже не знаю, что делать-то, если честно. А, вот он. Отлично. А хоть добро не пропадает. Так, не ко мне идет. Ну и слава тебе богу. Так. Аккуратненько. Так, подушка у нас сбоку. Так, ну ладно, давай по порядку. Гитара здесь. Гитара здесь, я говорю. Гитара стоять. Во, гитара стоит. Так, здесь вот эта штука. Кепка здесь. Подушка была сбоку. Кто там что разбивает? Так, и куда-то я скейт дел? Блин, а куда я его выкинул-то? Я на нем покатался, покатался и кинул куда-то. И скейт у меня улетел. Куда улетел, непонятно. Мне кажется, я его долго искать сейчас буду. Здравствуйте, господин Медведь. Вы случайно скейт мой не видели? Чего вы на меня так смотрите? Фига у тебя брови. Ну ладно, ты сиди тут, отдыхай, я тебя больше не потревожу. Хотя нет, дверь открой, а то вдруг задохнешься. Так, а где мой скейт-то? Куда я его дел-то? Вот. Еще один тортик нашел. Отлично, отлично. Этот день начинает мне нравиться. Заперто. Ну ладно, заперто так заперто. Так, блин, ну был же здесь скейт. Я его выкинул куда-то. То ли в окно, то ли куда. Не, ну по-любому в окно, значит. Ну ничего, сейчас мы разберемся. Так, надо разбить чем-нибудь. Ну, только не тортом, соответственно, разбивать. Так, а это у нас что за комнатка там? Так, я, по-моему, понял, что это за комнатка. Ну, ладно, неважно. Так, 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 сейчас надо... Опа-на, опа-на. Так.
Ложим тортик еще один у нас. Все поставили, так еще один кусочек торта остался. Но мне больше интересует, где мой скейт. Скейтик, алло. Ты где, скейт? Блин. Надо, чтоб мне кто-то помог найти скейт. Я его как-то куда-то выкинул и не помню куда. Долго я его так искать буду. Буду премного благодарен, если мне кто-нибудь подскажет, куда же я его скинул-то все-таки. Хотя я не знаю, с кем я общаюсь. С Васильичем, наверное, походу. Василич, я с тобой, походу, общаюсь. Не знаю, с кем. Так, что мне надо? Мне надо скейт. Мне много чего надо, по факту. Но то, что мне надо, я дома почему-то найти не могу. Так, ну в холодильнике его нету однозначно. Так и видик у меня есть. Ладно, пойдем дальше. Да надоел тоже со своими камерами, Васильич. Ну, честное слово, везде понавешу. Че как ребенок-то маленький? Еще один, блин. Да чего-то, блин, отстань. Отстань, Василек. Не надо лезти ко мне. Ой, блин, нифига там сколько меня снимает-то. Папарацци понасобиралось тут, понимаешь ли. Так, а что я ищу? Что-то ищу. Хоть что ищу? Хоть торт, хоть скейт. Хоть что-нибудь в этом роде. Да ты надоел со своими камерами. Блин, сколько можно? Ты их вешает и вешает, вешает и вешает. Не пройти, не проехать, ничего не сделать, блин. Камерами. Блин, комната с камерами, с камерой. Я балдею. Так, а это у нас что? И за что это отвечает? Ну, за что-то, наверное, отвечает. Понятия не имею. Стоять, Василич, на камеру свою назад. Не надо ко мне лезть. Понавешал тут, понимаешь ли, блин. Так, и стул надо отсюда убрать. Чё он здесь стоит? Ты ни туда, ни сюда, блин. Опа, четвертый тортик. Обалдеть, нифига, как я все понаходил все-таки. Шел, шел, шел и все-таки нашел. Так, отличненько. Это начинает мне уже нравиться. Сейчас мы потихонечку, помаленечку, так сказать, все найдем. О, нифига там подарок в воздухе висит. Однозначно нужная вещь. Да блин, да где ж мой скейт-то? Да ты где? Откуда ты кидаешься? Да хватит по мне кидаться постоянно. Непонятно, что бегает, что-то раскидывает все. Это, говорит, на, это, на. Надоел уже, Васильич. Ну, честное слово, сколько можно-то, блин? Есть что интересное? Пожрать есть что? Что, нет ничего, что ли? Так, это не то, это мне не надо, это мне не надо. Так, ладно, 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 сейчас мы разберемся. Заперто, блин, а что заперто все? Не надо запирать все. Плохая идея. Так, где-то я похожие штуки видел, блин. Или не видел, или здесь я их и видел. Васильич, ты где ходишь-то, блин? Ну, ё-моё. Опа, открыто. А подожди, я ж там выращивал их. Нафига их выращивал? Да хотя, в принципе, без разницы. Я здесь уже был, глобус я забрал. Так что глобус у меня есть. Дай-ка я сюда долечу. Не, не долечу. Ну ладно, не долечу, так не долечу, мало ли. Вот эту фигню мне отрубить надо все-таки. Да блин! Ну больно же ноге! Ё-моё! Так, что-то я ищу. Не помню, что. Увижу, скажу, что ищу. Да что надо-то, Васильич? Ты куда улетел? Васильич, тебе не больно? Ты куда делся-то? А, вот он ты где. Ну ладно. Твое дело. Да хватит бежать за мной, блин, отстань. Да отстань ты. Надоел уже. Нифига, как ты прыгать умеешь. Да ты, я смотрю, парень прошаренный, однако.
прыгает и прыгает, прыгает и прыгает, блин. Так, ну детская игрушка мне не нужна. Так, ну по крайней мере я все торты нашел. А, точно, я ж не ставил курицу. Да что ж такое-то? Почему я постоянно думаю, что я ставил курицу, когда я ее не ставил? Так, блин. Да что опять за музыка-то играет, непонятно. И окошко разбито. Так. О, нифига себе, нафига у тебя на потолке картины две висят? А? Скажи-ка мне, пожалуйста. Ну нет, наверное, вырвать их не... Да откуда ты кидаешься-то, блин? Как ты умудряешься только это делать постоянно? Все, Василич, отстань, надоел уже со своими приколами. Я тут бегаю, значит, что-то делать пытаюсь. А ты мне мешаешь постоянно. И скейт у меня куда-то улетел, блин. Да и ломик просрал. Вообще все просрал, все, что можно, блин. Даже, вот как мне сюда, например, залить? А, ну да, точно, я же там, блин. Блин, я же отключу. Ой, аккуратнее, аккуратнее нужно. Так, я же отключал, блин, все это дело. Что, по новой все врубилось, что ли? Как они надоели мне уже. Вон Василич бегает там опять. Ну ты там бегай, бегай своими делами, занимайся. Я тебя не трогаю, ну и ты меня не трогай. Так, что у нас здесь есть? А нифига у нас здесь нету. Говорит, ночью приходите, молодой человек, и все будет у вас. Так, это, ну-ка, стоять, блин, боец. Тоже мне тут, блин, потрубали все, что можно только. Мне тут включено все специально, блин. Не для вас. Музыка, видишь, хорошая играет. Ха, здорово, Василий, что как там бегает? Ты там что, ниндзю тренируешься или что? Так, да и сверху бы отрубить все это дело надо бы. Да что вы бибикаете-то? По голове себе бы бибикай, блин, надоели уже. Би-би-би-би-би-би-би-би, блин. Так, ну вот с этой фигней надо что-то сделать-то все-таки. Так, а там у нас что? Так, я ж сюда не долечу даже. Так, подожди, а там что-то написано у нас. Опа, стоять, бинокль, значит, мне нужен. Так, а где бинокль взять? Один сверху есть. Да что-то открытый-то. Так. Давай-ка найдем бинокль. Где бинокль хоть один? Да все просрал вообще, все, что можно. Мне кажется, мне скоро и дом заберут. Дом доел ты со своими камерами. Ладно, давай, чтобы сильно не заморачиваться. Ну как сказать, сильно не заморачиваться. Так. И коробушку надо будет с собой, наверное, хоть одну взять. Не знаю, что-нибудь потом возьму. Василич, давай наверх. Да нифига ты как умеешь. Фига ты мне с двух ног просто взял по лицу, вставил, ночь на дворе теперь. Где я теперь бинокль искать-то ночью буду? Ты обалдел, что ли? А, Василич, или что? Что с тобой делать-то? О, коробка мне пригодится. Сейчас вот буду посреди ночи здесь ходить, лазить, бинокль искать. Я вон там один видел, но что-то я не уверен, что я туда доберусь. Ну да ладно, сейчас доберусь как-нибудь туда обязательно. Так, ну давай, лезь наверх. Блин, да как так не успеть-то? Выпусти меня отсюда. Да и выйду, моя станция. Да ты обалдел, что ли? Куда вы меня тащите, бля? Пипец. Ну и поезд. Не успел чуть-чуть, и все. Блин, ну так раз не успеваешь, и фигня какая-то начинается. Мне нужен бинокль. Где бинокль? Кстати, здесь надо убрать стол. Нафиг он здесь нужен. Стоит зачем-то непонятно зачем. Блин, да ты там сверху, что ли? Василий, где у тебя бинокль в доме? Слушай, надо тебя закрыть, наверное, прям там в лифту. И лазил бы там сам себе в удовольствие. Ты мне скажи, где бинокль у тебя, Василич? Бинокль есть?
Нету? Фигово, что нет у тебя бинокля, блин. Я что, там совсем закрывал, что ли? Бинокль, ты где? Опять бежит, что-то надо от меня. Да где ты там топаешь-то, блин? Водой, блин, облил. Слушай, может, здесь бинокль есть? Не вижу. Блин, я вижу только один бинокль, и вот тот находится вообще не в том месте, где надо бы. Это что-то столько заморочек, чтобы достать один бинокль. Ладно, ничего, сейчас достанем, блин. Сейчас мой поезд проедет, запрыгнем на него, и все нормально будет. И найду я бинокль. Блин, и торт-то нашел, главное. Молодец-то я какой. Так, давай, 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 едь. Все, давай наверх. Отличненько все. Сейчас залезем. Блин, я первый раз так заморачиваю, чтобы себе бинокль взять. Так, на тебе камеру туда. Во, отлично. Вот и славненько, как говорится. Так, теперь. А, ну теперь мне вон туда и все нормально. Теперь просто вот сюда поставим коробочку. Запрыгнем на нее. Оттуда внутрь. И все. Вот он бинокль у нас. Так, здесь больше ничего интересного нету. Может, я сюда куда-нибудь скейт подевал. Не помню, куда скейт дел. Хоть убей, блин. Так. Так, мне надо теперь ниже. Да ладно, неважно, так добегу. Так, окошечко разбито, разбито. Ну вот и славненько, как говорится. Я не знаю, где там Василич, но у меня есть бинокль. Что там у нас написано? 23-69. 2, 3, 6. Так, а чё мне не жмется ничего? Как мне теперь это дело нажимать-то все? Так, мне надо, чтобы они нажаты были. 2, 3, так вот 6, 7, 8, 9. А, ну все, вот она ездит. Все, понял. 2, 3, 6, 9. Стою, что-то фигней какой-то занимаюсь. Так, давай. Сюда досточка, сюда. Так, где у тебя окончание? Опа, нифига ты меня сама аж чуть не затащила. Да блин, да куда я полетел-то? Ну ладно, бывает, иногда не получается. Но сейчас все обязательно у меня получится. Так, побежали. Побыстрее мы бежим. И куда-нибудь обязательно мы сейчас прибежим. Так, 2, 3, 6, 9. И зачем я сюда приехал? Здесь же нет нифига. Чё за фигня? Где все? Не, ну она же не просто так ездит-то. Я же не ищу код ради кода. Чё-то фигня какая-то, мне кажется. Что-то, видимо, пошло не так. Так, а ниже там что у нас? Так, ну давай-ка туда кинем. А, ну там просто это первый этаж той же комнаты.
Я сомневаюсь, что мне туда нужно. Блин! Так, подожди, я не понял, нафига я туда залез, если там нету нифига? Чё за магия, блин? Чё за мэджик? Мне кажется, меня где-то обманули. Причем не раз. Да, это просто первый этаж. Так, я не понял, я туда добрался, у меня там нету нифига. Мне однозначно где-то обманывают. Меня постоянно где-то обманывают в чем-то. Как мне это уже надоело там все. Че не делать, так фигня какая-то происходит постоянно. Начинаешь одно делать, так кто? Ломик я потерял. Все просрал. Мы все просрали, блин. Так, ладно, все равно вниз лезь. Не, почему у меня пусто-то в конце? То есть я сомневаюсь, что он это делал просто так, чтобы там ничего не было в конце. Да что ты не залазишь-то туда, а? Да ты надоел уже. Не, ну там вообще пусто, там вообще ничего нету. Фигня какая-то, блин. Непоняточки какие-то. Непонятно. И неясно. Так, а может быть что-то заработал, и где-то может быть что-то в другом месте. Да нет, просто доска ездит, по которой я могу добраться. Ты что там, Василий, стоишь, что ли? Да дай я пройду-то, надоел. Дай выйду. Ты другого места тебе не нашел, где стоять? Надоел, блин. Да я выйду, пожалуйста. Васильич! Ну вот, ладно. Не, ну хочешь и сиди там, мне-то что, жалко что ли? Ты что, меня ищешь? Я вот он. Да отпусти ты меня! Сейчас вниз полетишь. Да вот он я снизу, ты что, не видишь меня? Бежал куда-то. Постоянно куда-то бегать надоело мне уже. Так, а как мне холодильник-то вырубить? Может, везде электричество отрубить или что-нибудь в этом роде? Да нет, не тает нифига. Здорово, Василич! Что-то вообще меня не увидел, потерял. Ну ничего, бывает и такое. Давай, давай-ка наверх сейчас залезем. Посмотрим кое-что. Ты, главное, блин, он туда сетвался, а там нет ничего. Фигня какая-то. Так, как мне тебя вырубить-то? Так, ну надо, видимо, тут-то там все поставить. Мне нужен скейт, чтобы поставить. Опа-на, подожди-ка. Ха, вон о чем Михалыч-то оказывается. Йо-хо-хо, и бутылка рома. Все нормально. Так, ну, видимо, можно и без скейта. Ну, это отлично, что можно без скейта, потому что скейт у меня куда-то делся, куда-то улетел. Куда-то очень далеко, очень-очень далеко. Вон, Василич бегает. Молодец, Василич, ты там бегай, бегай. Я тебе тут карточку заберу. Сейчас потает побольше, а я присяду, чтобы меня никто не видел. Опа-на, я невидимка. И карточку себе я заберу. Ту-ту-ту. Фига ты там камер понавешал. Ну давай, 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 тай, 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 быстрей. Между нами тает лед. Василич! Отдай мне карту. Ну же, давай. Опа-на. А кто нашел вход в подвал? Я нашел вход в подвал. Ну да.
Фига там турбины дуют. Опа, полетел. Опа, не долетел. Не, ну ладно, понял, что ловить не здесь пока нечего. Что за кавардак-то устроили, блин, нифига себе, на минуту отошел. Как у тебя вообще в подвале там, я не знаю, турбины какие-то работают и так далее от самолета. Ты что, тут самолеты крушил, что ли? Ладно, Василич, я тебя понял. Я пойду посплю дома. Карточка есть что в чемоданчике, если вдруг понадобится. Хотя я не знаю, что ты там будешь делать в этом подвале. Там какой-то паренек странный стоит, смотрит. Так, подожди, а это что, заработало, что ли? Да отстань ты от меня, что тебе надо, блин, Василёк? Ну, нифига ты как. Ну да, старость не радость, конечно. Падать всегда неудобно, я тебе скажу. Ладно, все, давай, Василич. А то у меня курочка скоро сгорит. Хотя надо курочку для начала найти. Так, ну все, спокойной ночи всем. Так, ну и что сидим, кого ждем? Все за вас, что ли, делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин. Однозначно. Потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик. И жмем сообщать мне обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Лёхи Смертника повышает вашу потенцию. А если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так, и ты что, думал, что это все, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда жать на лайки, чтобы Леха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты что, действительно думаешь, что это все, что я тебя просто вот так ты возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах. Леха, как же ты уже залез в мое сердце со своими просьбами все-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть мое самое новое видео. Справа снизу посмотреть самое подходящее. YouTube думает, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Леха Смертник.